в районе Ховрино, на перекрестке четырех улиц. Беломорская, мимо которой сейчас мы идем, Дыбенко слева, Лавочкина справа и продолжение Беломорской, Петрозаводской улицы, строится вот такой вот, состоящий из трех строений, жилой комплекс. Вот формально это ТПУ Ховрино. Вот на этом месте раньше были гаражи. А вот здесь вот раньше была высоковольтная линия, сейчас ее под землю убрали. А здесь находится микрорайон для военных. Чем эти дома плохие? То, что они там несколько лет стояли без отопления, то есть там все промерзало, потому что это был как бы такой... То есть они были построены, но не были подведены к ним коммуникации, отопление, водоснабжение, электричество. Вот, и сейчас из этих примерно 25 домов меньше 10 заселено. Вот, и здесь еще дополнительно что-то строится. Вот, давайте подойдем поближе, посмотрим. Вот здесь есть бывшее здание АТС. Здесь оборудование такое старое стояло, сейчас его убрали. Здесь открылся гимнастический центр, 9 залов. Ездит 58-й троллейбус, и данный комплекс жилой находится примерно в одинаковом расстоянии от метро Беломорская и метро Ховрино, даже немножко ближе к открывающейся метро Беломорская. Сейчас мы со всех сторон...